Привет, меня зовут Калиренов Юрий. Я возглавляю разработку BlackMove, открытого движка для создания интерактивных трехмерных приложений. Я скажу пару слов о большом проекте Габры, который мы сейчас разрабатываем. Что это такое и зачем оно нужно? Габры задумывается как очень большое приложение для того, чтобы, так сказать, поставить возможности WebGL, браузеров и нашего движка на грань возможного. То есть это вещь, которая будет применяться как бенчмарк, то есть программа для измерения производительности компьютеров. Также он будет применяться для оптимизации, также он будет применяться для, так сказать, отладки и будет вообще говорить многое о возможности нашей платформы. А почему Капри? Капри, идея Капри возникла, значит, в 2013 году в начале. У нас уже была ферма, мы хотели сделать что-то большее. Причем, поскольку ферма была сухопутная такая локация, мы хотели море. Мы начали искать в интернете, чтобы можно было такой морской пейзаж, и нашли вот такой вот художник Лагорева, российский. Он написал картину, очень красиво. И мы решили, что место действительно очень живописное, Капри. Это маленький остров, 5 километров всего лишь в длину. У него очень богатая история. Этот остров известен еще во времена Древнего Рима. Множество звезд, знаменитостей связано с этим островом. Вот. Он локальный, очень локальное как бы, пространство, ограниченная водой, и мы посчитали, что это будет как бы вполне реализуемо на платформе WebGL, на платформе WebOver, чтобы это работало прямо в браузере. Вот, и сейчас вот как бы мы находимся в состоянии разработки уже практически второй год. Почему так долго? Потому что у нас возникают постоянно другие какие-то запросы, проекты, заказы и так далее, и мы постоянно вот возвращаемся к Капри, и в этом году мы надеемся выпустить наше приложение. Привет. Меня зовут Антон Калимбаков, я ведущий художник BlackMove, и в проекте Капри я занимаюсь художественной составляющей, то есть, как я говорю, проектом художественного плана. Я начинал как именно как художник, как моделер, и вот модель самого острова, она была создана по чертежам, которые мы достали с интерактивных карт Google, подняли рельефчик. И получилась такая простая болванка, которая легла в основу всей локации. Вот на экране можете видеть предварительный концепт, ну такой как бы план в графическом виде, как все двигалось откуда. То есть начинали мы, то есть главный референс это вот как раз картина художника Лагория, пейзажиста. То есть она послужила колористическая схема, можно сказать. То есть задала какой-то ритм для всего проекта. Потом мы уже начали собирать референсы. Опять же, пользуюсь Google картами, Яндекс картами разнообразными. То есть снимками, которые уже путешественники нафотографировали. Собрали коллекцию и начали постепенно создавать нашу локацию. То есть там здесь вот ниже видите, что она вот ограничена, то есть мы не весь остров целиком делали, а только его кусочек.
то есть где-то в пределах там километра, чуть больше полтора. А, потому что мы и так столкнулись с большими трудностями в реализации этого проекта, потому что для игровой локации это довольно большое пространство, где все пользователи ожидают, что там будет достаточный уровень детализации, но сравнимый с какими-то десктопными играми. Тут нужно иметь в виду, что это все-таки браузерное какое-то приложение, то есть браузерная такая мини-игра, псевдоигра. Вот. И нужно ориентироваться на производительность видеокарт, ну и вообще, что она какая-то в браузере, и там просто ограничение. Поэтому ограничений много, то есть нужно, чтобы она выглядела симпатично. Быстро все это дело работало, то есть визуализировалось. И сохранить какую-то привязку к референсу. Ну, мы ее немножко, конечно, заменили, то есть это не один в один. То есть соответствие фотореференсу. Но у нас вот по мотивам как раз этого острова карты родилась вот наша вот локация. И постепенно она обрастала каким-то новым функционалом, новыми объектами. Появлялись в команде новые люди, которые подключались к разработке, к моделированию. То есть каждый человек внес свою лепту в разработку этой локации. Сейчас разработка продолжается, то есть она такой в активной фазе, горячей. В этом году мы планируем закончить. А вы, зрители, можете следить за процессом разработки, то есть в таком режиме онлайн, можно сказать. Мы будем регулярно, можете на каждую неделю выкладывать какие-то отчеты, видео или фото, где будем делиться прогрессом нашего проекта. Спасибо. Привет, меня зовут Александр, я программист Land4Ware. Все-таки Capri это не то, что как обычно делается, да, то есть давайте сделаем план, давайте сделаем модели, давайте все это такому-то сроку сделаем. Capri это по сути срез текущих возможностей движка, да, то есть Capri развивается вместе с движком параллельно. Каждый релиз, каждый месяц мы делаем огромное множество функционала, если можно так. Я вам покажу. Наш генеральный план, он состоит, делается на листочке бумаги с двух сторон. Примерно 100 пунктов. Каждому релизу мы делаем 50 пунктов. 50 пунктов идут на следующий релиз. 50 добавляется. И так мы делаем. Так, собственно, мы и делаем движок. Кризис – это прототип, да, прототип игры, который нас всегда вдохновляет. Это игра, которая попыталась, разработчики кризиса попытались сделать больше, чем их тогдашние конкуренты, выдвинуть графику на совершенно новый уровень. Соответственно, мы сейчас делаем то же самое, только с WebGL. Мы выдвигаем графику в WebGL на совершенно другой уровень. Привет, меня зовут Лузяин Михаил, я 3D-художник. Раньше я занимался разработкой автобусов, теперь я занимаюсь разработкой островов. Вот. Сейчас я, получается, как бы принял эстафету от Антона Калимбакова. Я сейчас занимаюсь сборкой этого большого острова Капри. Как
как и многие художники, которые сюда приходили, я начал заниматься простыми какими-то мелкими деталями. Вот, и сделал там какой-то шезлон, еще какую-то юнгу. Потом более-менее там крупные детали. Ну, например, делал Porsche, вот, на котором можно будет у нас поехать. Сейчас его можно уже увидеть у нас на сайте среди демонстрационных сцен. То есть это Porsche, это лодка моторная. Вот, потом Бугатти. У нас много на самом деле разных сцен мы делаем в процессе. Вот, но естественно основным является Капри, это очень сложная сцена. Вот, очень она чувствительная. Приходится как бы 10 раз все это перепроверять, прежде чем собственно залить уже в репозиторий. Mm-hmm. Я пришел на этот проект по нескольким причинам. Это, конечно, open source, вот, прежде всего. То есть мы работаем чисто в open source, то есть это Blender, GIMP, Krit, собственно, как и наш движок Blender, собственно, является open source, то есть открыт с открытым исходным кодом. Вот, там очень много, очень большой полигонаж, вот, это огромный остров, то есть там, я не помню, 5 на 3 километра получается, значит, по крайней мере, игровая его часть. На самом деле, сам по себе реальный остров намного больше. Вот. Ну и, собственно, я перенял эстафету вот этого сборки, то есть разные люди как бы делают разные небольшие модели, я все это собираю. Сам, если разрабатывать, сейчас разрабатываю там крупные локации, вот, ну, изредка только мелкие детали. Иногда мы перерываемся от капли на какие-то мелкие проекты, вы их можете также найти у нас на демо-сценах. Я занимаюсь тем, что программирую в команде Blend for Web. У нас работа более прямолинейная, чем у художников. Я вам подумал, что немножко расскажу о технической стороне Capri. И если быть конкретным о том, что я потратил больше всего времени в этой демо-сцене. Что такое Capri вообще говоря? Ну, это остров и, как вы можете догадаться, там очень много воды. Вода везде. То есть даже когда мы, допустим, идем по самому этому островку, мы все равно постоянно у нас в кадре держится вот эта вот водичка. Когда мы говорим о воде в WebGL, это очень тяжелая, скажем так, тема, которая еще даже не очень-то хорошо отработана в браузерах, то есть совсем не отработана. И перед нами стояла задача вот реализовать вот эту воду на должном уровне. Тут можно сказать, целая научная работа шла по реализации этой водички. И, собственно, вы можете, ну, сейчас, наверное, не буду показывать, но в этой демоверсии вы сможете оценить, получилось у нас добиться желаемого эффекта или нет. Вообще, кроме воды, конечно, Capri изобилует очень большим количеством разных эффектов. То есть программистам, ну, не только художникам пришлось много порисовать, но и программистам тоже своего рода художеством заняться. Мы стали большое количество шейдерных технологий, физика тоже была довольно серьезно задействована, потому что вы же можете в любой момент сесть там, покататься на машинке, там на лодочку залезть, там много
предметы, которые плавают на воде. То есть с технической точки зрения Капри, она самая, наверное, на данный момент, наверное, точно самая технологическая демоверсия, демо-сцена, которая у нас будет. Ну, вот плоды наших трудов, можно сказать, вообще все, что весь тот максимум, который может выдать наш движок, вы сможете увидеть в этой демо-сцене. Вот, спасибо за внимание. Здравствуйте, я Михаил Безубиков. Я 3D-генералист компании Bonpower. Занимаюсь часто и 3D, и видео, вот, всем понемножку. На Капри делал достаточно много, ну, таких небольших объектов, там, например, зонты, небольшие яхты, большая яхта. Самая, наверное, такой сложная сцена была вертолет. Вот, то есть там от начала до конца она для меня была сложной, потому что я ни разу не моделил технику. Дальше, когда я закончил моделировать вертолет, мы решили сделать вот эту вот мощную такую сцену с инфографикой. Вот. И даже еще до инфографики хотели сделать такой большую сцену, объемную, где там небо, облака, море, вот этот корабль, вертолетом носится. Вот. И какие-то вот на этой сцене многие моменты отрабатывались. Там, например, я там решил попробовать сделать фильтр на камеру. Вот можно заметить под разными углами, если посмотреть, ну, повернуть камеру, то будут, в один момент будет виньетка, в другой момент будет засвет сбоку. Вот, то есть это все придумано, все, ну, сделано все на коленке в процессе создания этой сцены. Там. Также под эту сцену была реализована программистами очень хорошая вещь, это маски для отражений, то есть вот эти все лужи, они сделаны были в итоге как раз по таким маскам. Очень классная вещь. То есть эта сцена такая прям была движущей для разработки движка в том числе. Все видео, которые вы можете видеть на наших каналах на YouTube, ну, русскоязычном и англоязычном, все эти видео подготавливаю я, как раз LifeWorks совместно. Ну, как некоторые я делаю в Blender, некоторые чисто Custom Pack. Я вот конкретно занимаюсь распространением информации ВКонтакте, стараюсь как-то привлекать людей к, ну, к нашей этой идее. Народ откликается, дает какие-то отзывы, интересуется. Это интересно, приятно общаться с людьми на интересную для себя же тему. Спасибо за внимание. До свидания. Всем привет. Меня зовут Валентин. Я студент-программист. Здесь работаю на 30 часов. Вот здесь уже 8 месяцев. Когда я только пришел, мне доверили, несмотря на то, что я программист, доделать кое-какие вещи по Капри. Там скорость лодки поправить, анимацию, модельки. Тогда еще первую версию. Вот. А в основном занимаюсь тем, что развиваю сам движок, его графические составляющие, и Капри преимущественно использую для того, чтобы тестировать все фичи этого движка. Ну и периодически нахожу какие-нибудь там баги, которые сообщаю художникам, им, людям, которые задействованы в команде. Да, при том, что я работаю 30 часов, я еще и пишу патчи Blender. Сейчас еще у нас есть идея
взяться за Inkscape, сделать маленькую фичу. В общем, работы много. Это очень интересно. Ну, Blender и Blendfolder — это вообще здорово общаться с комьюнити. Всем привет! Меня зовут Павел Котов, и я 3D-художник команды Blendfolder. Ну, грубо говоря, можно сказать, что я художник-генералист, то есть я делаю все от моделинга до анимирования. Ну вот, я уже как бы работаю здесь. Вот, в данный момент я делаю главного персонажа для Капри. Кстати говоря, о Капри. Когда я пришел сюда уже на собеседование, мне первым делом показали этот наш Капри. Но это еще было давно, но тем не менее, я уже тогда посмотрел, подумал, что я что-то не так прочитал, мы, наверное, каким-то отдельным движком занимались, то есть тут веб ни при чем. То есть я, грубо говоря, офигел, когда увидел, чего добились ребята. И мне, если честно, очень интересно, что у нас в итоге получится, и очень интересно в этом деле участвовать. И, ну как, я вижу это как большой такой проект, в котором очень много разных нюансов, мы работаем практически над каждой мелочью, чтобы в итоге все выглядело, ну, как можно более красиво и реалистично. Проект Капри вот уже в этом году должен увидеть свет. Так что я надеюсь, всем вам тоже понравится. Мы усердно над ним работаем. Ну и, наверное, все. Всем привет, меня зовут Роман. Я в проекте программист движка. В основном занимаюсь тем, что делаю поддержку нового функционала, новых фич. Да, поддержку много всяких там поверхностей, связанных в основном с медиа. Поддержка видеотекстуры, поддержка разных там типов аудио и прочей медиа-информации. Добрый день, я Евгений. Работаю в команде Blendfolder 2 года, около 2 лет. Когда пришел на эту работу, был в разгаре проект Капри. И, можно сказать, практически с нуля я начал изучать Blender. Ну, не с нуля, но практически с нуля. Изучать Blender. Ну и постепенно мне все сразу получалось. Всем привет, меня зовут Роман Александр. Я, значит, пришел на работу сюда в Blendfolder в октябре и начал заниматься доработкой самого Blender. Вот. Поначалу это были такие мелкие фиксы, там даже связанные с графическим интерфейсом, с правильным названием кнопочек. Вот. Некоторые крэши мы тут правили. Сейчас занимаемся мы доработкой блендерских нот и материала. Вот. И лично я занимаюсь, значит, 2 большими патчами. Один связан с поддержкой ноды Vector Transform, а другой связан с поддержкой Normal Map Blender Internal и в репорте Blender. Вот. Ну, вообще эти задачи, они возникли, как я понимаю, в процессе разработки именно контента для Капри. Вот. Так, например, при разработке шейдера из воды океана, вот, там требуется конвертация из одного пространства в другое.
Я Никита Корнеев, я концепт-художник. Ну, соответственно, я делаю концепты. Именно про Капри, что могу сказать. То, что я уже пришел, когда было достаточно много всего сделано. Для Капри характерно, что много мелких деталей, много всяких, ну вообще для курортов, для итальянских, то что, потому что люди там живут, у них все такое, маленькие домики, маленькие там участочки, и они все это облагораживают, маленькие деревца, горшочки, цветочки, поэтому вот очень хотел бы, чтобы передать атмосферу правильно курорта. Меня зовут Осипов Кирилл Владимирович, я состою в группе разработчиков движка Blank4Web. В группу я пришел совсем недавно, но меня заинтересовал сам продукт и идеология проекта. А именно распространение движка под свободными лицензиями. И, соответственно, интересной особенностью рабочего процесса заключается использование продуктов, свободных продуктов, продуктов, распространяющихся под свободной лицензией. Я являюсь программистом, занимаюсь всяческим развитием движка, улучшение функционала и облегчение рабочего процесса для моделеров и художников. Привет, меня зовут Королёв Влад, я 3D-художник Blank4Web. В команду я пришел в конце августа, так что работаю недавно. Моделирую пока, сказал, для Капри, такие построения небольшие, тут лодочная станция, там спасательная лодка, фурнитура на яхту, какая-то мебель. Что касается Капри, да, она такая крупная, я не знаю, это минус или плюс. Вроде как и есть в этом деле стабилизация, но в итоге должно все гармонично смотреться и оставаться таких пустых мест на Капри. Чтобы пользователям игрокам было интересно играть.